Уважаемые коллеги, большое спасибо за выступление. Так получилось, что пандемия ковида косит наши ряды. У нас один из самых важных наших докладчиков, к сожалению, не смог приехать по этой причине. В завершение хотелось бы сказать следующее. У нас конкретно под руководством Владимира Анатольевича Золотарева создан сейчас колоссальный задел в исследовании истории Великой Отечественной войны. Это бесспорно. Это важнейшее. Мне кажется, в этой связи нужно подумать вот еще о чем. Сейчас все более важен ценностно-информационный идеологический фронт. Особенно в воспитании молодежи. Особенно в подростковом возрасте. И представляется, что важной задачей на перспективу является трехкомпонентная работа. Это разработка единого учебника по Великой Отечественной войне, школьного, где бы мы смогли собрать вместе подвиг всех народов могучего Советского Союза, а сейчас Российской Федерации, и тем, кстати, показать на уровне постсоветского пространства наше единство, ибо победа является важнейшим сплачивающим фактором. Второй момент – добавить к этому учебнику видеопособие, как на диске, так и в бумажном виде, где были бы собраны большая подборка иллюстративного материала, ибо ничто так не воспринимается молодежью, особо в подростковом возрасте, как изображение. И, наконец, третий момент. То, что можно сделать уже в самое ближайшее время, это обязательно включить в школьную программу две киноэпопеи Юрия Озерова «Трагедия века» и «Освобождение». Ибо так, как снимал Озеров, представляется, не снимет уже никто и никогда. Конечно, это все очень обширные задачи, но мне кажется, обозначать их постановку требуется. Особенно в этот тяжелый момент, когда перед Российской Федерацией стоят масштабные внешнеполитические вызовы. Задача внутренней консолидации представляется особо актуальной и важной. Большое спасибо всем докладчикам, всем задававшим вопросы. Надеюсь, у нас получилась конструктивная, хотя и несколько сокращенная, вынуждена по времени дискуссия. Спасибо. Спасибо вам большое.